Давайте откроем с вами Божье Слово. Let's open up the Word together. Я поделюсь с вами словом, которое очень важно для меня. I want to share with you a word that's so important to me. И я ждал возможности поделиться этим с вами. And I was waiting for the opportunity to share this. Я верю, что Иисус сейчас здесь. I believe that Jesus is here right now. Я верю, Он буквально здесь. I really believe that He's actually here. Он ходит посреди нас между рядами. Between the rows. Он смотрит на нас. He's looking at us. Иисус буквально здесь. Jesus is here. И я знаю, что если бы у него был сейчас в руке микрофон, and I know that if he right now he had a microphone in his hands, он бы, во-первых, хотел бы сказать все то, что здесь звучит. And he would want to say everything that you've been hearing. Несомненно, это слово Божье, и несомненно, это все в Духе Святом. Undoubtedly, this is the word of God, and it's all in the Holy Spirit. Но также я знаю, что он бы хотел бы сказать то, что прозвучит сегодня сейчас. And I also know that he would want to say what we're about to hear. Потому что мы будем сейчас говорить о наибольшей заповеди. Because right now we're going to talk about the number one commandment. Как кто помнит, как звучит наибольшая заповедь? Do you remember what the number one commandment is? Возлюби Господа Бога твоего всем сердцем твоим. With all your heart. Всей душою твоей, всей крепостью и разумением. With all your soul, with all your spirit, with all your mind. И мы поговорим сейчас о том, как сильнее любить Бога. And right now we're going to talk about how can we love God stronger. Как вернуться к первой любви. How do we return to our first love? Как возрастать в любви к Богу. How do we grow in our love towards God? И как действительно полюбить Бога. And how do we actually love the Lord? Один парень, который родился в христианской семье, a young man who was born into a Christian family, он мне сказал, я не могу говорить Богу, что я люблю тебя, Господь. This young man shared with me that I can't say to God, God, I love you. И каждый раз, когда мы в песнях поем Богу, я люблю тебя, он говорит, я пропускаю эти слова. And every time we sing in a song, Lord, I love you, I skip those words. Потому что не хочу лицемерить. Because I don't want to be a Pharisee. Он говорит, I don't я lie. Не чувствую Божьей любви. He says, I don't feel the love of the Lord. И поэтому я не могу лицемерить. And for this reason, I don't want to be a hypocrite. И после того, когда мы общались с ним, and after we had kind of и когда он him, услышал то, что сейчас я расскажу, его жизнь изменилась. His life was transformed. Его отношения с Богом изменились. His relationship to the Lord was transformed. И он влюбился в Господа. And he fell in love with the Lord. Я верю, I believe, что даже этого часа достаточно, that even this hour чтобы is enough наше отношение к Богу сейчас изменилось. For our relationship with the Lord и мы полюбили Его сильнее. And for us to fall in love with Him и стали even more. На путь возрастания к любви, to go on that path любви of growth к Богу. Towards love of God. То, чем я поделюсь, на самом деле, это учение на целую неделю. Я в библейской школе целую неделю эту тему преподаю. И я за один час сейчас дам главные мысли. And right now, in 1 hour, I'm going to give you the main, итак, the main point. And so, are you ready? Давайте откроем вместе. Let's open together. Матфея 22 главу, 36 стих. Matthew 22, verse 36. Будет много мест Писания. There's going to be a lot of scripture we're going to после use. После проповеди пастора Вадима легко их будет использовать. After Vadim's word, it's going to be easy to use them. Вот, спасибо еще раз за этот призыв. Thank you so much again. Читать Библию, использовать Библию. To read the word, to use the word. Аминь. Amen. Это самая лучшая книга в мире. That is the best book in the whole world. Слово Божье. The word of God. Матфея 22:36. Matthew 22:36. Учитель, какая наибольшая заповедь в законе? Teacher, which is the greatest commandment in the law? Иисус сказал ему: возлюби Господа Бога твоего всем сердцем твоим и всею душою твоею и всем разумением твоим. Jesus replied, love the Lord your God with all your heart and with all your soul and with all your mind. Сия есть первая и наибольшая заповедь. This is the first and greatest commandment. Вторая же подобна ей: возлюби ближнего твоего как самого себя. And the second is like it. Love your neighbor as yourself. На сих двух заповедях утверждается весь закон и пророки. All the law and the prophets hang on these two commandments. Аминь. Amen. Итак, Иисус нам дал наибольшую заповедь. And so Jesus gave us the greatest commandment. И суть этой заповеди — полюбить Бога. And the goal of this commandment is to love God. По сути, если как бы обобщить, подытожить, как бы подвести черту, and in general, if to kind of draw a line or to kind of point out to a certain point here, то все Божьи заповеди можно свести к одной заповеди. The truth is that all of God's commandments, you can circle them down to one commandment. Люби Бога. Love люби God. Бога. Love God. И по сути из этого вытекает все остальное. And the truth is that from this one commandment, everything else pours out.
И поэтому самая первая заповедь, and so the very first commandment, по сути, это и единственная заповедь. The truth is that it's actually the only commandment. Однажды блаженный Августин сказал, one time, Father Augustus said, люби и делай, что хочешь. Love and do what you want. Он сказал, если ты любишь, he says, if you love, можешь делать замечания. You can make corrections. Если ты любишь, he says, if you love, то ты можешь всех прощать. Then you can forgive everyone. Если ты любишь, можешь давать. He says, if you love, you can give. А если не любишь, не можешь ничего. He says, if you don't love, you can't do anything. Об этом написано в 1 Коринфянам 13 главе. And that's what it says in 1 Corinthians 13. Что если любви нет, he says that if you don't have love, даже если все действия остаются, even if all the actions remain, оно теряет всякий смысл для Бога и для нас. It loses the whole point for God and for us. И написано, что даже если мы дом свой пожертвуем, and it says even if we sacrifice our home, и вот этот CV пожертвуем, and we sacrifice that civic, пастор Вадим говорил. That Vadim was talking about. И если мы все пожертвуем, но это будет не из-за любви к Богу, if we give away everything, but it's not to, нам это не принесет никакой пользы. It's not gonna bring us any use. Не принесет пользы вечности. It's not gonna bring us any use for eternity. Не принесет счастья нашей душе. It's not gonna bring joy to our souls. Любовь. Love. Именно об этом мы поговорим that's сейчас. Exactly what we're gonna talk Бог нам дал необычную заповедь. God gave us an unusual commandment. И ее смысл заключается в том, чтобы мы с вами любили Бога все сильнее. And the whole point of it is that we would love God even more and more. Задумайтесь. Think about this. Если бы первая заповедь, if the first commandment, это была не заповедь любви, а заповедь послушания, то было бы легче. Was not the commandment of love, but the commandment of being obedient, then it would be easier. Вот если бы первая заповедь была отдавай десять. Look, if the first commandment was, the greatest commandment was, give your tithe. Нормально, правильно, легче. Well, I mean, that's okay. It's потому easier что to do даже that. Если тебе Бог не нравится, because even if you don't like God, ты можешь сжать зубы, you can just grind your teeth, отдать ему эту десятину, give him that tithe, и пойти на небеса. And just kind of go to heaven. И так мимо него проходишь, он в дверях стоит, тебя встречает. And you know, you walk by the Lord, he's standing in the doorway greeting you. Глянул на него так. You look at him like that. Не нравишься ты мне. You know, you don't like him very much. Но десятину отдал. But you gave your tithe. И на небо пошел. And you went to heaven. Вот послушание было бы легче. See, obedience would have been easier. А он говорит. But he says, я прошу любви. I'm asking for love. Я хочу, чтобы вы меня полюбили. I want you to love me. И это моя главная к вам просьба. And that's the most important thing I'm asking from you. Окей, вы согласны с этой просьбой? Okay, look, do you agree with that? Теперь любим Бога. Now, if we love God. На раз, два, три. Раз, два, три. Вот я считаю, любим Бога на счет раз, два, три. Okay, and we got. Do you want us to say that? Do you want us to? Да, говори. Любим okay. Бога на счет раз, okay, два, три. Okay, we gotta say we love God on the count of three. One, раз, two, два, three. We love God. Прямо сейчас люби Бога сильнее. Right now, just love God even stronger. А давай напрягись. Come on, put some effort. Вот прямо сейчас удвой свою любовь. Look, right now, just double your love for the Lord. Утрой свою любовь Богу. Triple your love for the Lord right now. Ее же можно в два раза увеличить. Come on, you can double it. Ее можно увеличить два раза. Come on, you can double it. В три раза можно увеличить. В пять раз больше. Come on, you can do it times five. Давай, сделай это прямо сейчас. Come on, do it right now. Вот как полюбить Бога сильнее? See, how can you love him even more? А если мы этого не сделаем? See, if we и не научимся возрастать в любви к Богу, and we don't learn to grow in our love towards the Lord, then that's it. Приплыли? We've sunk. Да? Yeah. Молодец. Yeah. И что же нам теперь делать? And now what do we do? Давайте об этом поговорим. Let's talk about it. Итак, первая заповедь. And so the first commandment. Это не заповедь действия. It's not the commandment of actions. Это заповедь отношения. It's the commandment of relations. Это заповедь отношения. It's the commandment of relationship. Бог попросил нас изменить отношение к Нему. God is asking us to change our relationship. И поэтому наша цель для этой проповеди сейчас. And so our goal for this message today. Избавиться от любого негатива в адрес Бога. Is to get rid of all negativity towards the Lord. И полюбить его сильнее. And to love him stronger. Вы знаете, что у нас иногда бывает негатив в адрес Бога? You know, a lot of times we have a negativity towards Там написано, что нам нужно полюбить его. It says there in the word that we have to love him. А он иногда нам не нравится. But sometimes we don't like him very much. А иногда мы обижаемся на And Бога. Sometimes we even get mad at him. А знаете, из-за чего мы иногда на Бога обижаемся? Из-за всего мы на Because Бога обижаемся. Everything we'll get upset at him for. Или он нам что-то еще не дал. Either he hasn't given us something или yet, слишком медленно дал. Or he's been too slow about it, или он, может быть, дал. Or maybe he gave it, но не нам.
but not to us, а ближнему, but to our close one, и дал ему хорошее, and gave him a really good one. И тогда мы поднимаем глаза к Богу, and then we raise our eyes to the Lord and we say, и он нам не нравится в этот and, момент. You know, we're very upset with him at мы that говорим, moment. Господи, we say, Lord, я понимаю, что ты жертвенный, ты дал. Но почему ты ему дал? But why did you give it to him? Нельзя ему давать. You can't give it to him. Однажды к нам на одно из событий приехала одна сестра. One time on one of the events we were hosting, a particular sister came to us. И она говорит, and she says, три дня она была на служениях. Three days she was at the services. Я ее видел в зале, она молилась, поднимала руки. You know, I saw her in the sanctuary, she was praying. И после трех дней подошла ко мне и говорит, можно с вами пообщаться? And after the third day she came to me and said, can I talk with you? Конечно, давайте поговорим. I said, of course, let's talk. И она говорит, у меня проблема. She says, I have a problem. Я очень сильно обижена на Бога. I'm very, very upset with the Lord. Во-первых, я удивился, что она три дня молилась. First of all, I'm impressed that she prayed for three days. Три дня поднимала руки. For three days she was lifting her hands. И теперь я понимаю, что можно даже с сильной обидой на Бога молиться. Можно читать Библию, Lord, и ты читаешь Его книгу, она тебе не нравится, но ты послушал пастора Вадима, you know, и ты читаешь Библию, it, потому что это же Библия, ее надо читать. Bible, но автор Библии, но автор этой книги не нравится тебе. Book, you know, really представьте, она much. С таким отношением пришла. Woman, kind of и я emotion. Говорю, а в чем дело? The problem. Она говорит, да все из-за моего мужа. She said, it's all my husband's fault. Я говорю, а в чем дело? I said, well, what's the она problem? Говорит, да Бог мне дал неправильного мужа. She said, God gave me the wrong husband. Я говорю, о, сестра, вы знаете, сколько бы людей хотели быть на вашем месте? I said, oh, dear sister, do you know how many people would like to be in your position right я now? Я говорю, сколько людей хотели бы любого мужа себе? How many people would just want any kind of husband? Я говорю, ну ладно, хорошо, а что у вас с мужем? Говорю, он алкоголик, наркоман. Я говорю, в чем проблема? I said, okay, so what's the problem? Is he an alcoholic? Она так is he a drug с таким, addict? What's going on? С ехидством, с таким, такая, да служитель он у меня. And she just said with this kind of cunning look, she said, oh, he's a minister. О, я говорю, он верующий? I said, oh, he's a believer. Она говорит, да, конечно, she он said, верующий. Yeah, of course, и вот он ходит. And there he is, he's walking over there. И смотрю, парень ходит с ребенком на руках. And I'm looking, there's this young guy with a baby in his hands. О, я говорю, смотрите, он с ребенком еще ходит. I said, oh, look, he's with a baby. Выглядит как неплохой отец. He looks like a pretty good dad. Она говорит, вы не знаете его. She said, oh, you don't know он him. Он ужасный человек. He's a terrible person. Я говорю, ну окей, ваши отношения с мужем это отдельная история. Это вам надо книги почитать, консультации пройти. Я говорю, но Бог-то тут при чем? I said, okay, you know, your relationship with your husband, that's a different matter. You got to read some books, go through some counseling. But what does God have to do with this? Я говорю, при чем тут Бог? I said, what does God have to do? Я говорю, зачем вы свои отношения с мужем спроецировали на Бога? Why did you take your relationship with your husband and blame it on God? Вы знаете, мы постоянно это делаем. You know, we do that all the time. В церкви поссорились два брата. In church, two brothers were getting in an argument. А потом оба с Богом не разговаривают. And then both of them don't talk to the Lord. А Бог смотрит и думает, а я здесь при чем? And God looks at it and says, man, why am I in fault here? Они потом в Божью церковь не хотят идти. And then they both don't want to go to God's church. А Бог говорит, а я здесь при чем? And then God says, why is it my fault? Нельзя провоцировать. You can't just blame никакие the проблемы Lord. На Бога. You can't just throw your problems он тут вообще ни при чем. That he's not at fault here что at all. У нас там внутри бурлит вот это все, you know, it's not человеческое not и плотское. Man stuff is boiling. И короче, она на Бога обиделась, что он дал ей мужа этого. Anyways, this woman, she got mad at the Lord, upset with the Lord that he gave her this husband. И я говорю, ну хорошо. And I said, okay. Сейчас мы с этим разберемся. Let's figure this situation out. И я думаю, сейчас легко мы справимся. I said, we'll take care of this. Не тут-то было, она как начала упрямиться. Say again. Начала защищаться. And all of a sudden she got all defensive. И никак не могу ее убедить, что Бог хороший. And I just couldn't convince her that God is good. Я говорю, ну, я уже начинаю как бы, ну, удивляться. And I just started to get я говорю, shocked. Ну ладно, хорошо, а по вашему мнению, что должен был сделать Бог? And then I said, okay, in your opinion, what was God supposed to have done? А она говорит, and she says, вот если бы я своими ушами не услышал этот ответ, я бы не поверил, and, you что know, такое if может I hadn't heard this with my own ears, I wouldn't have believed it. But а она говорит, said. А вот что должен был Бог she сделать. Said, here's what the Lord should have done. Говорит, у меня один знакомый, говорит, есть.
She said, I have this friend. Он шел воровать, говорит. He went to go steal. Во-первых, удивительно, что он знакомый шел воровать. Это странно. And I said, wow, that's amazing that your friend is a thief here, but okay. Он говорит, он шел воровать. She said, he went to go steal something. Когда он шел воровать, and on his way to go commit this robbery, он споткнулся об что-то. He tripped on something. Упал, fell, и сломал ногу. And broke his leg. Она говорит, вот. And she said, see. Это Бог его благословил. That was God blessing him. Бог не допустил до греха. God didn't let this man sin. И Бог сломал ему ногу. And God broke this man's leg. Мне стало интересно. Я говорю, и что дальше? And I became very interested. Она говорит, когда я шла под венец на своей свадьбе, she said, when I was walking down the aisle to get married, God should have broke both my legs. И с того момента моя жизнь изменилась. And from that moment, my life changed. Я понял, что теперь можно на Бога быть обиженным. I understood that you could get mad at the Lord. За то, что Он не сломал тебе две ноги. Because He didn't break both of your legs. Когда ты шла на своей собственной свадьбе под венец. When you were walking down your own aisle's personal wedding. Господи, Lord, я теперь все больше вижу, что все возможно верующему. I see now even more that anything is possible to the one who believes. И что нет ничего невозможного. There's nothing impossible for the one who believes. Конечно, это хорошая сестра. Of course, you know, she's a good sister. Если вдруг она услышит эту запись, то я, конечно же, считаю, что она хорошая сестра. If she ever hears this recording, I really do believe that she's a good woman. I really do. И я понимаю, что ее пример на самом деле это как бы обычное для нас, для всех. And I believe that her example is a common one for most of us. Потому что может, пусть не так, как она. Maybe not to that degree. Но все равно порой мы на Бога чуть-чуть дуемся. But still, at somewhere at the bottom, we're a little bit mad at the Lord. А именно первая заповедь. And exactly, it's that first заключается command. В том, чтобы у нас на Бога не было обиды. It says that we should not. Не было разочарования. No doubt, no anger. Наоборот, чтобы Бог нам нравился. Instead, for us to like нравился. Lord, for us to like Him. Итак, и еще два места Писания о том, что если мы с вами полюбим Бога сильнее, то и это изменит всю нашу жизнь. Two more places in the Bible that show us that if we love the Lord truly, it'll change our whole lives. Итак, например, Колоссянам 3 глава, 14 стих, написано: «Более же всего облекитесь в любовь, которая есть совокупность совершенства». Вот что такое совокупность совершенства. And so what does that mean, perfect unity? Это означает, что в одну добродетель входят все добродетели. That means that in the one good thing, all good things вот go together. Вот белый свет здесь есть. So look, there's a white light here. Вы знаете, что если белый свет расщепить на лучи? If, oh man, if you take this white light and you split it up, I don't know how to say. Ну окей, и то тогда будет семь цветов радуги. Oh, okay, okay. If you take this light and you split up, you'll find that there's all the seven colors of the rainbow in this one fragment of и если взять семь цветов радуги, and if you take the seven colors of the rainbow, по идее должно получиться что-то черное или что-то грязное. You know, and you're, it's supposed to be that maybe it'd be even dirty or mixed up because you have all these seven colors mixing together. А получается белый. But you actually get a pure white. Это чудо. Light. That's a miracle. И то же самое с добродетелями. And in the same way with good deeds. Если собрать все добродетели, if you take all the good things, то по сути получается одно слово. Then you only get one word. И это любовь. And it's love. Самое лучшее слово. The best word. Потому что Бог есть любовь. Because God is love. Одно слово. One word. Это то, что нам больше всего нужно в жизни. We need the most in our life. Любовь. Love. Итак, и so, еще одно место Писания. One more place. Это Римлянам 13:10. It is Romans. Где написано? 13:10. Excuse me. Где написано: любовь не делает ближнему зла, и так любовь есть исполнение закона. Romans 13:10. Love does no harm to a neighbor. Therefore, love is the fulfillment of the law. Любовь есть исполнение закона. Love is the fulfillment. То есть тот, кто полюбит Бога действительно, so that person who really loves the Lord, он выполнит все заповеди. He will fulfill all of the commandments. И я вспоминал Августина, блаженного Августина. And I remember this dear the father Augustus. И вот его цитата, как она звучит на самом деле. And this is his kind of poem. His kind of thing, what he wrote. Вот что он сказал. He said this. Люби и делай, что хочешь. He said, love and do what you want. Если молчишь, молчи из любви. He says, if you're quiet, then be quiet because of love. Если говоришь, говори из любви. If you're going to speak, speak from love. Если кого-то порицаешь,
то порицай из любви. If you're going to rebuke someone, then rebuke them with love. Если кого-то жалеешь, жалей из любви. If you're going to pity someone, pity them from love. Пусть корнем твоей души будет любовь. Let the root of your soul be love. И из этого корня вырастет только доброе. And from this root will only good things grow. Это сказал Августин. Augustus said that. И это то, чего я желаю каждому из нас. And that's what I desire for every single one. То, чего Бог желает каждому из нас. That's what God desires for every one of us. Итак, первая заповедь звучит так. Возлюби Бога всем своим сердцем. Love the Lord your God with all your heart. И вторая заповедь. Возлюби ближнего, как самого себя. And the second, love your Lord your God as yourself. Мы не должны забыть, что первая заповедь, она важнее второй. It is more important than the second. Я не буду сейчас делать опрос, но иногда я делал опрос. I'm not going to do a survey right now, but I used to. Я говорю, как вы думаете, какая заповедь важнее, первая или вторая? And I would ask people, what do you think is more important, the first commandment or the second? Или как вы думаете, можно сказать, что они одинаково важны? Or do you think that they're both equally important? И много людей говорят, да, они одинаково важны. And many people would say, oh yeah, they're equally important. Но они не одинаково важны. But they are not equally important. Потому что в том месте Писания, что мы прочитали, Иисус сказал, возлюби Господа Бога твоего всем сердцем, душою, всем разумением. И потом Он сказал, Матфея 22:38, сия есть первая и наибольшая заповедь. This is the first and greatest commandment. Она не просто первая, как перечисление. It's not just the first, like on a list. Но она первая, потому что наибольшая. But it's the first commandment because it's the greatest commandment. Итак, нас попросили полюбить Бога умом, and so, look, the word asks us to love the эмоциями, God with our mind, our emotions, и всей нашей силой, and all of our strength, что значит даже нашим имуществом, that means even with our possessions, всем нашим существом, all of our existence. Когда кто кого-то так любит, для этого есть слово. And so for that person who loves someone that way, there's a word. Влюбленный. They're in love. Нас попросили стать влюбленными. The word has asked us to become in love, to Давайте fall in love. Немножко поговорим о том, кто такие влюбленные. Let's talk a little bit about people who are in love. Влюбленные — это особая категория людей на планете Земля. People who are in love. This is a special category of people on the planet. Это практически диагноз. This is like a diagnosis of people. Да, потому что влюбленные люди. Because people who are in love. Это очень особенные. These are very special people. И теперь давайте представим, что приходит домой какой-то парень. Let's imagine that some young guy, he comes и говорит своим родителям, and he says to his parents, я влюбился. I'm in love. И я хочу жениться. And I want to get married. И папа и мама говорят, слава Богу, сынок. And mom and dad say, hallelujah, praise the Lord, son. Ведь тебе уже 40 лет. You're 40 years old already. И мы так долго этого ждали. And we've been waiting for this for so long. Папа радовался. The dad is so happy. Пошел в ресторан. He went to the restaurant. И вот проходит неделя. And so a week goes by. И папа замечает что-то странное в своем сыне. The dad is noticing something really strange in his son. Он говорит, сынок, а ты давно звонил своей возлюбленной? He says, son, have you talked to your girl in a while? А он говорит, да, я звонил ей неделю назад, и я запланировал звонок на следующей неделе. He said, yeah, I called her a week ago, and I planned another call a week later. Папа нахмурился. And the dad was kind of a little confused. Мама говорит, не трогай его, давай еще подождем. And the mom said, hey, leave him alone, let's wait a little. Проходит еще неделя. Another week goes by. И что-то папа удивляется и говорит, сынок, а ты с ней встречался? And the dad's kind of like, he's a little shocked. He's like, hey, have you seen her lately? А папа, вот как раз у нас завтра встреча назначена. And the son says, hey, you know, we actually have a meeting scheduled for tomorrow. А что, она уехала? And dad's like, did she leave somewhere? Да нет, она живет в соседнем доме. And the son said, no, she lives in the neighbor's house. А что ты с ней не встречался? And the dad's like, well, why haven't you met with her? Пап, ну ты знаешь, какой я занятый, у меня просто все по расписанию. And the son says, man, you know how busy I am. И я потому завтра запланировал с ней встречу. And so I plan for a meeting tomorrow with her. Папа говорит, хорошо, а подарок ты ей дарил? The dad's like, okay, well, конечно, пап, я подарил ей баскетбольный мяч. The dad's like, okay, have you given her a gift? And the son's like, of course, I gave her a basketball. А она что, любит баскетбол? The dad's like, wait, does she like нет, пап, я люблю баскетбол. And the son said, no, dad, I love basketball. Хорошо. А ты в социальных сетях лайки ей ставишь? And the dad said, well, on her social media, do you like her stuff? Комменты пишешь? Do you write comments on her posts? Пап, ну ты даешь. Well, я занятый человек. Come on, dad, I'm a busy guy. What's your problem? Папа говорит, слушай, сынок, это неправильно. The dad said, listen, son, this is not right. Бери лист бумаги. Take a list of paper. На тебе ручку. Садись. Here's a pen. Sit down. Пиши. And write this stuff down. Заповеди влюбленного. The commandments of those who are in love. Или открой iPhone, открывай заметки, напиши себе заметки. Or pull out your iPhone and get your notes out and write this down. Заповеди влюбленного. И пиши, сынок. Первое. And write this down, son. First.
С возлюбленной нужно проводить много времени. With your loved one, you've got to spend lots of time. Ты должен ей звонить каждый день. You've got to call her every day. Ты должен текстить ей просто без остановки. You've got to text her all the time without ceasing. Папа, но это очень много времени. Well, Dad, that takes Он говорит, ну, сынок, так ведут себя все влюбленные. Well, son, that's how Записывай. People who are love act. Много времени с ней. Look, a lot of time with her you've got to spend. Окей, хорошо. Write that down. Okay. Дальше пиши, сынок, ты должен тратить на нее много денег. Number two, son, you've got to write this down. You've got to spend lots of money on her, okay? Папа, сумму можно назвать? Dad, can you give me an amount? Не, сынок, ты не понимаешь, сумма все надо отдавать. No, son, you understand. You've got to give away everything. Он говорит, that's the amount. Папа, ну это дорого. But dad, that's expensive. Сынок, любовь это дорого. And the dad said, son, love is expensive. Окей, а что еще? Okay, дари right. ей подарки. What's the next thing? You have to give her gifts. И дари не то, что нравится тебе, а то, что нравится ей. You have to give her not what you like, but what she likes. Окей, папа, а что еще? Okay, dad, what else? Он говорит, ну ты должен все время говорить ей что-нибудь хорошее. He says, you gotta tell her good things all the time. Пап, ну я должен быть честным. Well, dad, I gotta be honest. Говорит, сынок, ты He должен says, все время хвалить ее. He says, son, you gotta glorify her all the time. И когда они написали 20 пунктов, And so when they wrote down these 20 points, сынок говорит, папа, ты знаешь, мне кажется, я не готов. The son said, man, you know, Dad, I don't think I'm ready Он говорит, for love. Эти твои заповеди, они такие тяжкие. He said, these commitments, they're so hard. Это так тяжело быть влюбленным. This is so hard to be in love. Давайте откроем место Писания. Let's open up the scripture. Откройте, пожалуйста, вместе со мной первое послание Иоанна. Let's go to 1 John. Первое послание Иоанна. Пятая глава. Chapter 5. Третий стих. Verse 3. Ибо это есть любовь к Богу, чтобы мы соблюдали заповеди Его, и заповеди Его не тяжкие. In fact, this is love for God, to keep His commands, and His commands are not burdensome. И заповеди Его не тяжкие. And His commandments are not burdensome. Знаете, для кого они не тяжкие? Do you know who they're not burdensome for? Только для по-настоящему влюбленного человека. For those who are actually in love. Я желаю всем нам стать по-настоящему влюбленными в Бога. I desire for every single one of us to become actually in love with the Lord. Потому что это единственный путь к настоящей свободе. Because this is the only path to free, real freedom. От любого законничества. From all religion. От любого рабства. From all slavery. Чтобы стать влюбленными. To become fully in love. И еще самые счастливые люди в мире — это влюбленные люди. And also, the last point. The most happy people in the world are those who are in love. И когда нас попросили стать влюбленными, нас попросили стать счастливыми. When they asked us to become in love, they asked us to become happy. Бог желает нам счастья. God wants us to И Он желает, happy. Чтобы мы полюбили Его. God wants us to И love так как Он личность, and that how he is a personality Его можно полюбить со всей силой. You can love Him with all of your strength. Как человека. Like a person. Потому что мы по Его образу и подобию. И если так можно любить Его образ и подобие какого-то человека, like some person, like то тем some более person. Так можно любить Бога. Then even more so we can love Ведь Он личность. Lord. Ведь Он личность. Because he's a person. И Он самая прекрасная личность And в мире. He's the most amazing person. Нет того, что нельзя было бы в Боге полюбить. There is nothing in the Lord that you can't fall Бог есть свет, и нет в Нем тьмы. God is light, and he, say it again. Бог есть свет, и нет в нем тьмы. God is light, and he has no darkness. Итак, and so, Бог хочет, чтобы мы стали влюбленные. God wants us to be in love with him. И теперь давайте пойдем дальше. And so, let's go further. И перейдем к практике. And let's go to something practical here. Как же полюбить Бога на практике? How can we love the Lord in practice? Если вы пишете, так и запишите под заголовок. And if you're writing this, also write this in your notes. Как полюбить Бога на практике? How to love the Lord in practice? Первое послание Иоанна, 4 глава. First John, chapter 4. Первое послание Иоанна, 4 глава, First John, chapter 4. С 8 стиха. Verse 8. Как полюбить Бога на практике? How do we love the Lord in practice? Мы прочитаем послание Иоанна. And so we're going to read First John. И не случайно. And it's not by accident. Апостола Иоанна порой называют апостолом любви. The apostle John, they call him the apostle of love. Потому что он больше всех написал о любви. Because more than anyone, he wrote on love. А также потому что он лежал на груди у Иисуса. And also because he laid on the chest. И назван любимым учеником Иисуса. And he's called the most loved disciple. У них явно были особо нежные отношения. They really had very intimate relationships. Поэтому давайте спросим у апостола любви. And so let's ask the apostle of love. Как нам полюбить Бога? How do we love the Lord? И вот что он говорит. Внимание! Attention. Иоанна 4:8.
1 John chapter 4 verse 8. Иоанн говорит. And he says, кто не любит, whoever does not love, можно добавить Бога. You can add God. Кто не любит Бога, then does not love тот God. Тот не познал Бога. Because he does not know God. Потому что Бог есть любовь. Because God is love. И никто не может не любить любовь. And no one cannot love love. Все любят любовь к ним. Everyone loves the love towards them. А Бог есть любовь. And God is love. И не просто ко всем, но любовь к тебе. And not just towards everyone, but towards you. И поэтому он говорит, есть только одна причина, почему можно не любить Бога. And he says there's only one reason that you wouldn't love это God. Это не знать. It's because you don't know. Как сильно он любит. How hard he loves you. И как сильно он любит тебя. And how strongly he loves you. Лично тебя. Personally you. И он говорит, вот и все. And he says, look, that's everything. И дальше он говорит, and he says this. Любовь Божия к нам открылась. He said, this is how God showed his love among в том, что Бог послал в мир единородного Сына he Своего, sent his one and only Son into the чтобы world, мы получили жизнь через Него. That we might live through him. Мы постоянно ищем доказательств Божьей любви. We're always looking for proof and evidence of God's love. Мы смотрим на финансовое благословение. We look at the financial blessing. И хотим видеть and we want to see за руку Божью God's hand и знак Божий. And God's power. И если не пришли финансовое благословение, come, или проблемы с финансами, мы можем подумать, ну Господь, любишь ли ты меня? Think, God, а потом вдруг пришли финансы, и мы думаем, любит меня. Think, пусть нам жертвы Христа будет достаточно. И мы не ищем еще больших доказательств Божьей любви. То, что Христос умер за тебя, because Jesus died for you. Это самое главное доказательство, что Он любит тебя. That is the most important proof that He loves you. Не оценивай Божью любовь. Don't try to discredit God's love. По каким-то трудностям или проблемам в своей жизни. By some sort of issues or problems in your life. Или потому, как люди относятся or к тебе. Or how people treat you. Потому что Бог другой. Because God is different. Итак, and so, читаем дальше. 10 стих. Let's keep reading. Verse 10. В том любовь. This is love. В том любовь. This is love. И у нас возникает вопрос, в чем любовь? Sometimes we have the question, in what is love? А он говорит, хотите знать, в чем любовь? He says, you want to know what love is? Да, мы хотим знать, в чем yeah, любовь. Yeah, we want to know what love is. В чем же любовь? This is love. И он говорит, вот в чем любовь. He says, this is love. Что не мы возлюбили Бога. Not that we loved God. Но Он возлюбил нас. But that He loved us. Вот в чем секрет. There's the secret. Он говорит, секрет не в том, что мы полюбили Бога. He says the secret is not that we loved God. А в том, что Он полюбил нас. But that He loved us. И Он говорит, если вы хотите полюбить Бога, and He says if you want to love God, то вам нужно начинать не с себя. Then you need to start not with yourself. Вам нужно оторвать глаза от себя. But you need to rip the eyes from yourself. И посмотреть на Бога. And you got to look at God. Мы после грехопадения очень эгоцентричны. After the fall of sin, we мы все время на все смотрим через себя. We always look at everything through us. И нам так тяжело не думать о себе. And it's so hard to not think of us. Вот эти слова «я», «мне», «моё». These words, mine, мы рождаемся с этими словами. We're born with those words. Самый первый рефлекс, который у человека появляется, это хватательный рефлекс. The first reflex that a person вот еще маленький, is to grab родился, только глаза, еще глаза закрыты. They're babies. Their eyes are still closed. Руки уже сжимаются. They're going like this. Their hands are clenching. And we're pulling it towards ourselves. We pull everything towards ourselves. И очень хорошо об этом Андрей говорил. Когда говорил о том, что мы очень эгоцентричны. И что нам так хочется копить, копить себе. And we just want to dig everything for us, for us. Но вначале так не было. But it wasn't like that in the beginning. Люди смотрели на Бога. People looked at God. И хотели все копить, собирать для Него, для Него, для Него. Everything for Him, for Him. А Бог, конечно же, заботился о них. And of course God took care of them. Итак, мы прочитали, в том любовь, and so we read, this is love. Что не мы возлюбили Бога, not that we loved God, но Он возлюбил нас. But that He loved us. И послал Сына Своего в умилостивление за грехи наши. And sent His Son as an atoning sacrifice for our sins. Итак, 11 стих. And so, verse 11. Возлюбленные! Dear friends! Восклицательный знак! Exclamation point! Возлюбленные! Dear friends! Кем возлюбленные? Why are they dear friends? Богом возлюбленные! Because God has made даже не Иоанном,
Не Иоанном. Not because of John. Возлюбленные Богом. Beloved. Возлюбленные Богом. Loved by those who are beloved, those who are loved by God. Если так возлюбил нас Бог, since God so loved us, то и мы должны любить друг друга. We also ought to love one another. И еще раз. Again. Если так возлюбил нас Бог, if God has loved us so much, то и мы должны любить друг друга. Then we ought also to love one another. Смотрите, на этом остановимся. Look closer. Let's pause here. Вот что он сказал. Here's what he said. Возлюбленные. He said, beloved. Если так возлюбил нас Бог. If God has loved us so much. Когда я бы хотел услышать, как он проповедовал. I would like to hear how this guy preached, man. Я бы хотел посидеть на проповеди Иоанна. I'd like to sit at one of his sermons. Потому что важен не только текст. Because it's not important only the text. Важна атмосфера. But the atmosphere that was. Важна передача. The delivery that was. Я бы хотел увидеть его глаза. I would like to have seen his eyes. Как они горели, когда он говорил об этом. When they would preach about this. Он говорит: возлюбленные. He says, beloved. У него дыхание перехватывало. You know, his breath. He'd probably catch his breath. Он говорит: возлюбленные. He says, beloved. Если. If. Так. Если так. If so God loved us. Если так. If so. И потом у него перед глазами что-то стояло. And you know, something almost imagine between his eyes. И он когда говорил: если так. If so. Он видел как. If so, how God loved us. И он стоит и как будто не видит людей. And it's almost like he's standing. И он говорит: если вот так. If so deeply. Бог возлюбил нас. God loved us. Если так. If so. То. Then. Друзья. Friends. В этом ключ. Here is the key. В этом слове. Так. And is here the key? This word, so. Потому что мы знаем, что он возлюбил нас. Because we know that he loved us. Но чтоб вот так. But for it to be so much. Вот в этом ключ. Here is the key. Много людей слышали: Бог любит тебя. A lot of people have heard, hey, God loves you. Но чтоб вот так. But to love so much. А он говорит: если Бог возлюбил нас. And he says, if God have loved us so much. И когда я читаю это, and when I read that, я должен признать, I have to admit, я не знаю, как так. I don't know how. Я могу объяснить. I can try to explain. Я могу рассказать разные пункты, как так. I can try to share lots of points how God loved us so much. Но я понимаю, что я не вижу то, что видел Иоанн. But I know that I didn't see that what John saw. И я хочу глянуть туда, посмотреть туда. I want to see that. I want to see what he saw. А как так ты полюбил меня? But how have you loved me so much? Я знаю, что ты меня любишь. I know that you love me. Но когда он говорит, что вот ты любишь меня вот так. But when he says, man, you've loved me so much. Я этого не знаю так. I don't know that much. Так это как? Это вот так? Does that mean this much? Или это вот так? Does that mean this much? Или это вот так? Or does that mean this much? Это всем таком так. That is so much. That doesn't translate, man. Это трудно перевести. Это такое так. It is such a so much. Что это всем таком так? That doesn't. Это просто. Lord help those people. That doesn't translate. Это такое соу, что для всех соу это соу. It's just so, so, so. Потому что он сказал, если так. Because he said, if they love so much, if he's loved so much, нас, if he's loved то. Us so much. И потом написано то. And then it says then. И после слова то можно поставить двоеточие. And then after that word, you can put a semicolon. Если так возлюбил нас Бог. And he said, if God has loved us so much, then, и потом, первое, then first, то и мы давайте любить его, then let's we love him, то и мы давайте любить друг because друга, let's start loving each other, то давайте с ним проводить время, let's start spending time with то him, то давайте будем жертвовать let's финансы, let's start being generous with our то finances, то давайте будем жить для него, let's live for him, потому что он так возлюбил because нас, because he has loved us so, он вот так возлюбил he's loved нас. Us so. Секрет заключается в слове. The secret is here. Если so much. Так. If he has loved us so much. Если так. If so much. И теперь важный момент. And so here's the important moment. Чем больше так. The more he has loved us so тем much. Тем больше то. Then the more of that. Если так возлюбил if he's нас loved Бог. Us this much. То. Then. И мы. Then we. И потом двоеточие. Two dots. И много пунктов. And a lot of points. Чем больше так. The more he's loved us this much. Тем больше то. Then we have to love that much.
Запиши это себе. Write that down. Чем больше так, the more he has loved us like this, тем so больше much, то. Then we have to do that much нам more. Нужно возрастать в так. We have to grow in the мы that все much. Знаем, что он возлюбил нас. We know that he has all loved Но us. Чтобы так, but to love us this мы much, не знаем. We don't know. Мы не знаем. We don't understand. А если бы мы знали, but if we knew, мы бы не сидели здесь. We wouldn't be sitting here. Я не знаю, что бы мы делали. I don't know what we would be doing. Мы бы или бегали, we'd probably be running, или лежали, or we would be laying, кричали, we would be screaming, или молчали, or we'd just be silent. И просто сидели бы со взглядом таким. We would just be sitting with this dead look. Что вот так? That's much? Все говорят, да, yeah, так. That much. Что вот так? That much. Да. Yeah, that Потому much. Что это так. Because it is so much. Евангелие от Иоанна 3:16. John 3:16. Ибо for God. Так. So much. Yeah. Да, аплодисменты Господу. Come on, give your praise to the Lord. Ибо for God so возлюбил Бог. Love the world. Так возлюбил Бог. So much. Итак, чем больше так, and so, the more the тем so, больше то, the more that much. Повернись соседу и скажи, нам надо увеличивать так. Turn to your neighbor and say, we need to increase our soul. Нам надо увеличивать. We need to increase our soul much. Нам не хватает так. It's not enough just to be. Чем больше так, тем больше то. We need more of this so we can have more of that. Аллилуйя. Hallelujah. И 19 стих теперь. And so verse 19. 19 стих. Будем любить его. We love. 19 стих. 19, 1, там же, 4 глава, 1 Иоанна. Verse 19. We love because he first loved us. Verse 19. Да. Yeah. 19 стих. Да. Будем любить его, потому что он прежде возлюбил нас. We love because he first loved us. Итак, будем любить его. And so we will love him. Потому что because он прежде возлюбил нас. Because he first loved us. Мы часто говорим Богу, я люблю тебя. God, I love you. И мы пытаемся из себя выдавить любовь к Богу. And we try to squeeze out во время прославления, during times во время worship, молитвы, during the times of prayer, мы говорим, я люблю тебя. We say, God, I love и иногда you. Даже не чувствуем этого, а все равно говорим, ну как бы надо говорить. But we just say it because ну как we know we бы надо любить. Because we have to love вот это слово «надо», you know, that word we have to, оно, we need. Конечно, порой надо, когда надо. Of course, you know, you need it when you need it. Но but, Бог хочет, чтобы нам хотелось. But God wants us to want а не просто надо. Not just need to. И поэтому нам надо изменить вот что. And so, here's what we have to change. Нам надо себя поставить на второе место. We have to put us in second place. А Бога надо поставить на первое место. But God we have to put in first это секрет place. Всех секретов. That's the secret of и тогда all secrets. Все становится на свои места. And then everything goes into its place. Потому что если ты прежде, чем сказать Богу, Боже, я тебя люблю. Because if before saying to God, God, I love you, скажешь ему, Господь, спасибо, что ты так возлюбил меня. You say to him, God, thank you that you have loved me so much. А потом скажешь, и я люблю тебя тоже. Then you'll say, man, and I love you too. То все становится на свои места. Then everything goes to where it should be. Потому что наша любовь к Богу. Because our love towards God. Это лишь ответ на его любовь к нам. It is simply an answer to his love towards вот us. Почему нельзя полюбить Бога на счет раз, два, три. Here's why you can't just love God on the count of three. One, потому two, three. Это значит из себя выдавливать любовь к Богу. Because that means you're pushing it out of yourself. А ее нет в нас. But it's not in Человек us. Похож на луну. God, the man is like the moon. Повернись к кому-то, скажи, ты луна. Turn to your neighbor, say, you're a moon. Луна. You're the moon. Почему луна? Why the moon? Не потому что лицо круглое. Not because your face is round. А потому что луна не имеет собственного света. The moon doesn't have its own source of light. Она принимает свет от солнца. It receives the light from the sun. И отдает этот свет назад солнцу. And gives that light back to the sun. И на землю. And onto the earth. И в нас самих по себе нет любви. And us and ourselves, we don't have Но love. Когда мы принимаем Бога, Божью любовь к нам. But when we receive God's love towards us, это любовь Его. That is His love. Возвращается к Нему назад. And it goes back to Him. И распространяется к людям and вокруг нас. To the people around us. Потому что человек похож на воздушный шарик. Because man is like a blow-up balloon. Скажи кому-то, ты воздушный шарик. Tell someone you're a blow-up balloon. Не потому что форма такая у тебя. Not because нет, your не shape поэтому. Is like that.
Не поэтому. Почему как воздушный шарик? Why like a balloon? Хотя кормят здесь хорошо. You know, even though they feed us well here. Почему как воздушный шарик? Why like a balloon? Потому что когда воздушный шарик чем-то наполнен, because when you fill up that balloon with something, он этим наполнен весь. It's full completely. Весь. Там не так, что половина наполнена, а половина пустоты. It's not like a balloon can be half full of air and half empty. Так и человек. Same thing with man. Если он уже чем-то наполнен, он наполнен этим весь. If man is already full of something, he's completely full. Поэтому, если ты чувствуешь любовь Бога к тебе, and so if you feel God's love towards you, все, в тебе есть любовь. Then that's it, you've got love. И потом ты встречаешься с людьми, and then you meet people, и чувствуешь Божью любовь к тебе, and you feel God's love towards you. И думаешь, yes, and он любит yes, меня. He loves me. Он любит he меня. Loves me. И ты идешь такой по улице, and you walk around the street, и бабочки такие вокруг, and the butterflies и ты думаешь, я возлюбленный. And you think, man, I'm я loved. Любимый. I'm one of the loved ones. Он любит меня. He loves me. И ты подходишь к человеку, and you come up to a смотришь person, ему в глаза, and you look at them in their eyes, и он видит в твоих глазах and любовь. He sees in your eyes love. И ты смотришь на него, и он нравится тебе. And he, you look at him and he, you и like он him. Думает о тебе, какой ты хороший человек. And he thinks of you, man, what потому good of a person что you я are. Нравлюсь ему. Because I like him. А в это самое время and in that same moment, внутри тебя это не любовь к этому человеку. Within you, that love that's in you. Это любовь к it's actually love towards God. Она наполняет тебя. It fills you up. Но это все равно любовь. But it's still love. И ее все чувствуют к себе. And everyone experiences it towards themselves. Точно так же бывает, например, с раздражением. In the same way it works with like anger. Представь, ты поехал на работу. Imagine you go to work. И там кто-то тебя раздражил, завел, and нагрел. Someone else frustrated you, made you mad. И ты возвращаешься домой. And you go home. А дома не виноватые люди. And at home there's innocent people. Ничего не сделали. They didn't do anything. Ничего не сделали. They have done nothing. А ты приезжаешь такой накрученный. And you come home all wound up. И вот внимание вопрос. And here's a question. Почувствуют ли они твое состояние? Will they feel your status? Конечно. Если жена будет резать в этот момент что-нибудь, if your wife is cutting something, то ее нож будет работать быстрее. Her knife is working faster now. Все почувствуют атмосферу. Everyone's gonna feel the atmosphere. Как она гремит посудой? You know, or when she's washing the dishes. Тарелками? How she's gonna pass out the plates? Как муж закрыл дверь, если он раздражен. Все чувствуют атмосферу. Everyone feels the atmosphere. Но это раздражение не к тебе. But that frustration is not towards you. Это вот тот брат его достал. It's that guy back at work that made him mad. Не виноватая ты. You're innocent. Это этот брат. It's that guy back at но work. Мы чувствуем это как к себе. But we feel like it's towards us. Как к себе, потому like что мы us. Просто чувствуем раздражение. Because we just feel the frustration. Или то же person. Самое с радостью. And it's the same thing with happiness. Общаешься с каким-то человеком. If you're talking with someone. И вдруг тебе приходит мысль. And all of a sudden a thought comes to you. Вообще не связанная с этим человеком. That's not even connected to this person. Но очень радостная. But it's a very happy one. И ты стараешься подавить улыбку. And you're starting to kind of suppress your потому smile. Потому что если ты сейчас улыбнешься. Because if you smile right now. Он спросит, ты чего улыбаешься? Ask, why are you smiling? А ты понимаешь, не в тему вообще. And you man, that's not the и ты прячешь улыбку. And so you hide и ты стоишь, and you stand. Серьезный такой, very serious. Губы сжал, your lips трубочки, are put together, и просто ждешь, and you're just waiting, когда пройдет. When this moment is а он pass. Смотрит на тебя, and he's looking at you. И говорит, ты чего? And he says, hey, what's up with говоришь, нет, ничего. No, nothing. It's all good. И потом он может подумать, что ты улыбаешься с его шутки. And then he says, maybe you're laughing at his jokes. И тоже начнет улыбаться вместе с тобой. And he'll also start smiling with you. А ты улыбаешься не с его шутки. But you're smiling not at his jokes. А потому что к тебе пришла своя мысль вообще but because не your own thought of happiness has come а человеку рядом хорошо. But the guy next to you is, he's feeling чувствуете, good. Чувствуете, как это работает? You see how it works? Когда это приходит тебе от Бога. When it comes from God. Потом всем людям вокруг тебя хорошо. Around you, they will feel good. Хорошо. It's good. Чтобы всем было хорошо. So that for everyone it's good. Тебе должно быть хорошо. It's got to be good for you. Чтобы всем вокруг тебя было хорошо. For it to be good for everyone тебе around you. Тебе должно быть хорошо. It's got to be good for мы you. Мы должны быть наполнены. We need to be full. Мы должны принимать. We need to receive. Чтобы отдавать. To give. Мы должны принимать. We need to receive. Опять и опять. Again and again. Принимать. Receive.
И мы будем сейчас молиться. And now we're gonna pray. Но вот еще одно место Писания. And I wanna read one more scripture. Еще одно место Писания. One more place. Римлянам 8 глава. Romans chapter 8. Римлянам 8 глава. Romans chapter 8. С 35 стиха. From verse 35. Там перечисляются разные проблемы. You know, there's listed a lot of issues here. Написано, кто отлучит нас от любви Божьей? Who shall separate us from the love of Christ? Скорбь, теснота, гонение. Shall trouble or hardship? И перечисляются разные проблемы. And all these issues are Но вот 37 стих. So verse 37. Но все сие no, in all these things, преодолеваем силою возлюбившего нас. We are more than conquerors through him who loved us. Но все сие no, in all these things, мы можем посмотреть на любые свои проблемы, we can look at any of our issues, на любые свои вызовы on any of our problems, и сказать, and say, но все сие in all of these things, я преодолеваю. We are more than conquerors. Силою возлюбившего меня. More than conquerors in the one И знаете, что это значит? And you know what that means? Что если тебя кто-то любит, that means if someone loves you, это придает тебе силу. That gives you strength. Все сие мы преодолеваем силою. No, in all these things, возлюбившего нас. We are more than conquerors in the one who loved us. The one who loved us. Если тебя любят, if they love you, это дает тебе силу. That gives you strength. Вот почему береги свою любовь к Богу. Here's what that means, you need to protect your love towards God. Вот почему не позволь дьяволу внушить тебе мысли негативные против Бога. That's why you can't let the devil put thoughts of hate towards God in your mind. Вот почему не провоцируй обстоятельства и проблемы на Бога. Here's why you don't blame God for your situation вот or your почему place. Защищай репутацию Бога в своих глазах. Here's why you need to protect the image of God in your eyes. Потому что Because если вдруг if all of a sudden, хотя бы на чуть-чуть усомнишься в том, что Бог тебя любит, even for a little, you begin to doubt that God loves you, that you are a loved one. То тогда чьей силой ты все это преодолеешь? Then through whose power will you give all of this to? Кому ты побежишь в трудностях своих? Then who will you run to when you encounter a problem? Если ты знаешь, что Он любит тебя, if you know that He loves you, ты знаешь место, куда бежать, you know where to run. Ты знаешь место, кто тебя поддержит, you know to go to that place. Ты знаешь место, кому залезть на колени, you know where to go to climb. Кому упасть в объятия, who to hug. Ты знаешь место, кому пожаловаться. You know who to complain ты знаешь место, кому плакать. You know who to cry to. Потому что ты знаешь, Because you know что Он любит тебя. That he loves you. И Он любит тебя вот так. He loves you this much. Не просто чуть-чуть. Not just a little Он любит тебя but вот he так, loves you this much. Что отдал жизнь за тебя. That he gave his life for и тогда ты спокойно идешь к Нему. And then you'll calmly в любом go to состоянии. Him in any kind of situation. Даже с любым грехом. With any kind of sin. Ты приходишь к Нему. You can come таким, before him. Какой ты есть. The way that you are. И это сама любовь. And that love, она преображает тебя, it will pick you потому up. Что мы не можем because сами себя преобразить. Ourselves но только если мы придем к Нему, But if we come to и Он коснется, and he will touch us, то тогда она преобразит нас. Then it will fill us up. Как написано в Евангелии, like it says in the gospel. Иисус сел, Jesus sat. Но мытари и грешники приближались But к Нему. The sinners and tax collectors came а фарисеи to him. Говорили, смотри, Он ест с мытарями и грешниками. And the Pharisees said, look, he's with the prostitutes and sinners. А мытари и грешники приближались к Нему. The sinners, they're all coming closer Однажды, to him. Когда я прочитал это, and, you know, when I read that, я подумал, смотри, как интересно. I said, man, look how interesting мытари и грешники приближались к Иисусу. The sinners, they kept getting closer грешники to Jesus. Грешники приближались к Иисусу. They got closer to Jesus. Грешники. Sinners. Приближались к Иисусу. Нам не нужно перестать быть грешниками, чтобы начать приближаться к Иисусу. We don't need to stop being sinners to try to get close to Jesus. Нам нужно начать приближаться к Иисусу. But we need to become close to Jesus. И там все начнется. And there is where everything таким, is gonna какой start. Ты есть прямо сейчас. The way that you are right Беги now. Беги к Богу. Run to the Lord. Ползи к Нему, если не можешь бежать. Crawl to Him if you can't если run. Не можешь ползти. If you can't crawl. Ложись и катись просто lay down туда. And just Если не можешь катиться, If you can't roll, просто ложись и с рукой в его сторону вот так лежи. Чтоб те, кто пойдут туда, so that those that go, взяли и занесли тебя к нему. Grab you and carry you. Разобрали крышу и положили к ногам Иисуса. И он коснулся бы тебя любовью своей. Потому что все, что нам нужно, это Иисус. Его прикосновение к нам. И с этого начинается вся история. Все начинается с Него. И все снова к Нему приводит. And it starts from him and опять comes back и опять. To him. Again and again. И потому снова и снова. And so again
again and again. Ищи Господа. Look for the Lord. Ищи Его любовь. Seek His love. Потому что именно сила Его любви к тебе. Because it is through His strength of love towards you. Ты сможешь все преодолеть. You can get, you can Только go through сила everything. Его любви. Only with the strength of His love. Давайте закроем свои глаза. Let's close our eyes. Давайте закроем свои глаза. Let's close our eyes. И поговорим с Господом. And let's talk with the Lord. Первая заповедь. The first commandment. Это заповедь взаимности. It's the commandment of intimacy. Иисуса спросили. They asked Jesus. Иисуса спросили. They asked Jesus. Иисус, скажи нам, какая наибольшая заповедь? They said, Jesus, which is the greatest commandment? Иисус, какая наибольшая заповедь? Jesus, which is the greatest commandment? Скажи нам. Tell us. Зачем ты пришел? Why did you come? Зачем ты пришел? Why did you come? Зачем ты оставил небо? Why did you leave heaven? Зачем пришел на землю? Why did you come to earth? Иисус, зачем ты здесь? Jesus, why are you here? И что твое, какое твое главное послание? What's your main goal? Why are you here? Иисус, скажи нам. Jesus, tell us. И, возможно, Он сказал им, вы действительно хотите знать мое самое главное послание? Вы действительно хотите знать, зачем я пришел? Да, Иисус, мы хотим знать. Yeah, Jesus, we want to know. Вот что я пришел вам сказать. Here's why I came. I came to tell you this. Ответьте на Божью любовь к вам. Answer God's love towards you. Ответь на отцовскую любовь. Answer to the Father's love. Он так любит тебя. He loves you so much. Что если бы ты знал, He loves you so much that only ты бы не мог сидеть на месте. Ты бы не мог лежать. You couldn't lay in one ты бы place. Не мог говорить. You couldn't even speak. Ты бы не мог делать ничего. You couldn't do anything. Ты бы онемел от Его любви. You would just be shocked at His ты love бы был for you. Я пришел вам сказать одно. Ответьте Богу взаимностью. Будем любить Его. Потому что Он так возлюбил нас. Потому что Он прежде возлюбил нас. Потому что Он возлюбил нас первее. Возлюбил нас сильнее. Он возлюбил тебя навсегда. He loved you forever. И Его любовь в тебе не ослабеет никогда. And His love for you will never grow weak. Господи, Lord, открой нам превосходящую разумение любовь Христову. Open up your greater revelation of your love. Мы знаем, что ты любишь нас. We know that you love us. Но чтобы так, but to love us so, мы не знаем. We don't know. Господь, коснись нас, Lord, please touch us своей любовью. With your love. Я молюсь Тебя об одном, Господь. I pray for you, to you only коснись one thing, каждого из нас touch every single своей one любовью прямо сейчас. With your love right now. Ты здесь сейчас. You are here right now. Дорогой Иисус, dear Lord, Ты здесь. You are here right now. И прямо сейчас and right now, Господь близко к Тебе. The Lord is near to you. Он ближе к Тебе, чем Ты думаешь. He is closer to you than you think. Он здесь сейчас реально. He is here right now. Сверхъестественно. Supernaturally. Он смотрит на Тебя. He is looking at you right now. И Он улыбается. And he is smiling. И ты Ему нравишься. And you, he likes you. Знаешь, что Он может отделять тебя от твоих поступков. And know that he can separate you from your bad decisions. И Ему могут не нравиться наши дела. You know, he might not even like the things that we're doing. Но ты Ему нравишься ты. But he likes you. Ты знаешь, что Ему нравишься ты. Just know that he likes you. Он любит тебя. He loves you. Знаешь, что Он любит тебя. Know that he loves you. Как тебе сказать, что Он любит тебя? How can I tell you how he loves you? Как тебе дать почувствовать эту Его любовь к тебе? How can I show you how much he loves you? Как коснуться твоего сердца еще? How can I show you? Как донести эту Его любовь до тебя? How can I bring his love for you? Один только ты можешь сверхъестественно коснуться и открыть каждое сердце. Господи, открой наши глаза. Lord, open our eyes. Открой наши умы. Open our minds. Открой наши души. Open our souls. Открой наши эмоции. Open our emotions. Чтобы нас так вставило. That you would touch us. Чтобы нас так накрыло. That you would just cover us. Чтобы нас так накрыло, for it to cover us so. Чтобы мы почувствовали Твою любовь so that we would feel your love. Один раз one time. И навсегда. Well, for once and for all. Господь, коснись Lord, touch us. Каждого, я молюсь Тебя. Touch every single person, I pray. Господь, коснись Духом Святым. Lord, touch us with your spirit. Прямо сейчас. Right now, Lord. Божья любовь окутывает Тебя. God's love is just covering you, right? Прямо сейчас Божья любовь right now, God's love. Наполняет пространство вокруг it is Тебя. Just filling the spaces around наполняет Твое сердце. It's filling up your heart, твои эмоции. Your emotions. Бог любит Тебя. God loves you.
И даже если у тебя есть грех, даже если что-то неправильное в мышлении, и ты знаешь, что что-то нужно изменить в жизни, это не препятствие для Божьей любви к тебе. Он любит тебя как личность. Бог возлюбил нас прежде, чем мы пришли к Нему. Он возлюбил нас, когда мы были еще грешниками. И Он продолжает нас любить сегодня. Даже если мы опять чувствуем себя грешниками, Он все равно любит тебя. Ждет тебя и зовет тебя и говорит: приди ко мне, приди такой, какой ты есть, иди сюда, иди ко мне на колени, давай залезай, расскажи мне все, отдай мне все, я люблю тебя, сын мой, я люблю тебя, сын мой, я люблю тебя, сын мой. Спасибо, Дух Святой. Я как будто слышу Его слова сейчас. I almost like hear His words right now. Я как будто слышу, как будто Бог говорит. I almost hear like the Lord is saying right now. Говорит тебе лично. He's just saying to you personally. Сын мой, я так люблю тебя. My son, I love you so much. Дочь моя, я так люблю тебя. My daughter, I love you so much. Я бы так хотел, чтобы ты познал мою любовь. For you to know my love. Больше. Even more. Больше. Потому что ты знаешь мою любовь, но ты не знаешь, что я так люблю тебя. Ты знаешь, что ты нравишься мне, но чтобы ты нравился мне так, but for me to like you so ты еще не знаешь. You don't even know how much I я так хочу тебе это открыть. I so want to open it to you. Как ты нравишься мне. How much I like you. Как я люблю тебя. How I love you. Я ценю тебя. How I value я уважаю тебя. How I respect you. Ты желанный. You are a desired one. Я хотел тебя. You are wanted. I want you. Когда я сотворил тебя, я хотел тебя. When I made you, I wanted you. И я возлюбил тебя от сотворения мира. And I loved you from the beginning. До твоего рождения. Before your birth. Я любил тебя. I loved you. И я буду любить тебя всегда. And I will continue to love you always. Любовью вечную возлюбил тебя. With an eternal love, I have fallen in love with you. Господь, спасибо тебе. Lord, thank you. Прямо сейчас Бог говорит тебе свои слова любви. Right now, God is speaking His words of love to you. Посвяти свою жизнь тому, чтобы слышать слова Его любви. Dedicate your life to hearing His words of love. Позволь Богу признаться тебе в любви. Allow the Lord to confess His love for you. Благодари Бога за Его любовь к тебе. Thank God for His love towards you. Славь Его за Его любовь к тебе. Praise Him for His love towards you. Пой о Его любви к тебе. Sing of His love towards you. Читай о Его любви к тебе. Read about His love towards you. Его любовь к тебе. And His love towards you. Все, что тебе нужно. It's all you need. Ты нуждаешься в Божьей любви. You are in need of God's love. Ты так сильно нуждаешься so badly в Божьей любви. You so need God's love. Посмотри на Его любовь к тебе. Just look at His love towards you. И пусть глаза откроются. And let your eyes be open. Подумай о Его любви к тебе. Think of His love towards you. И пусть разум откроется. And let your mind be open. Прославь Его за Его любовь к тебе. Praise Him for His love towards you. И пусть сердце откроется. And let your heart be open. И пусть пускай придет Дух Откровения. And let that spirit of revelation come. И Дух Богопознания. That spirit of knowing God. О Его любви. Of His love towards you. Изменивший мир. It changes the world. Господь, спасибо тебе. Lord, thank you so much. Давайте вместе произнесем молитву общую. Come on together, let's lift a prayer. Давайте скажем вместе такие слова. Let's say it together, these words. Давайте встанем. Let's stand. Давайте встанем и помолимся вместе общей молитвой. В завершение этого слова. With the closing of this message. Просто несколько слов мы скажем Богу вместе. Just a few words we'll say together. Скажи вместе со мной. Say it together with me. Давайте все закроем глаза свои. Let's all close our eyes. Сконцентрируйся на Господе. And just focus on this. Он сейчас здесь. He's here now. Смотри на Него. Look at him. Он смотрит на тебя сейчас. He's looking at you right now. Он так любит тебя. He loves you so much. Ты нравишься Ему. He likes you so much. И Он говорит тебе, and he says to you, сын мой, my son, дочь моя, my daughter, я так люблю тебя. I love you so much. Ты нравишься мне. I'm so pleased with you. Я отдал свою жизнь за тебя. I gave my life. И я бы отдал ее опять и and опять. I would give it again, away again and again. Даже если бы только ты один был в этом мире. Even if you were the only person on the planet, я бы умирал бы опять и опять. I would die again and again. Я не жалею о том, что я сделал. I don't regret it. Я люблю тебя. I love you. Сын мой, я люблю тебя. My son, I love you. Дочь моя, я люблю тебя. My daughter, I love you. И я прошу тебя, and I ask никогда you, не сомневайся never doubt в моей любви к тебе, and my love towards you, говорит Господь. Says the Lord. Отвергни reject все искушения. All the suffering. Выгони все мысли. Cast out all the thoughts. Не спровергни все мысли. Check all your thoughts.
Не слушай никого, кто скажет, что я не люблю тебя. Знай, что я люблю тебя. И пусть мой крест и моя жертва за тебя на этом кресте будет самым главным доказательством моей любви к тебе. И больше ничего не нужно. Я люблю тебя. I love you, Lord. Никогда не сомневайся. Never doubt. В моей любви к тебе. In my love towards you. Я люблю тебя. I love you. Говорит Господь. Says the Lord. Я люблю тебя всем моим сердцем. I love you with all of my heart. Я люблю тебя всем моим разумом. I love you with all of my mind. Я люблю тебя всей моей душой. I love you with all of my soul. Говорит Господь. Says the Lord. Я люблю тебя. I love you. Всем моим существом. With all of my existence. Так что сильнее любить невозможно. That is, you can't even love stronger. И нет никого в мире, кто бы любил тебя так, как люблю тебя я. And there is no one else that can love you as much as I do. И даже если ты знаешь людей, and even if you know people, которые любят тебя, who love you, это я через них. It's I through them. Это моя любовь в них к тебе. It's my love. Только я один люблю тебя. Только я один люблю тебя. И если есть в ком-либо что-то доброе, оно мое. Это от меня. Потому что никто не благ, как только Бог. И никто не любит, как только Бог. Это я. Все эти годы. Это был я. И когда ты думал, что это люди, которые делали тебе добро, who did good things for you, это был я. It was me. И когда тебе казалось, что это случайность, and when you thought it was by accident, это был я. It was me. Я люблю тебя. I love you. Я люблю тебя. I love you. Говорит Господь. Says the Lord. Я люблю тебя. I love you. Больше, чем ты чувствуешь. More than you can feel. А значит, все лучше, чем ты думаешь. And it's always better than you think. Я люблю тебя больше, чем ты чувствуешь. I love you more than you can feel. А значит, все лучше, чем ты думаешь. More than you think, better than you think. И давайте вместе скажем. Come on, let's say this together. Такие слова Господу. These words. Дорогой Господь. Dear Father. Спасибо за твою любовь ко мне. Thank you for your love. Открой мне свою любовь. Open your love to me. Открой мне, как так полюбил ты меня. Open to me how much you have loved me. Коснись меня, Дух Святой. Touch me, Holy Spirit. Дай мне пережить отцовскую любовь. Let me to experience the Father's love. Больше, Дух Святой. More, Holy Spirit. Больше, Дух Святой. More, Holy Spirit. Больше, Дух Святой. More, Holy Spirit. Коснись нас, Дух Святой. Touch me, Holy Spirit. Дай нам пережить отцовскую любовь. Let me experience the love of the Father. Больше. More, Holy Spirit. Давайте возьмемся за руки. Come on, together, let's join hands. Скажи, Господь, коснись меня. And say, Lord, touch me. Скажи, Господь, коснись нас твоей любовью. Lord, touch us with your love. Коснись. Touch us with your love. Этого человека справа. Touch this person from the right. Этого человека слева touch от меня. This person to the left. Всех нас наполни своей любовью. Fill us up with your love, Lord. Oh, прямо oh, сейчас. Right now, God. Коснись нас своей любовью. Touch us right now. Дух твоей любви на этом месте. The spirit of your love is in this place. Твоя любовь окутывает нас. Your love is wrapping us up. Твоя любовь окутывает нас. Your love is wrapping us рассуждающих up, так. It's so, so deep here. Твоя любовь окутывает тех, кто думает так, что ты умер за нас. Your love is wrapping us up. Those who believe из-за that you твоей died любви for us, к нам. For your love for us. Коснись нас любовью touch своей. Us, Lord. With your love. Пусть твоя любовь изменит нашу жизнь. Let your love change our lives. Изменит наше служение. Change our ministries. Изменит наши семьи. Change our families. Изменит бизнес. Change our businesses. Пусть твоя любовь. Let your love. Она изменит взгляд на мир. Change our view of the Боже, world. Боже, пусть нас. Lord, let посетит us твоя любовь. Get visited by your love. Дай нам этот encounter с твоей любовью. Have an encounter with your love, Lord. Жизнеизменяющая встреча. Have a life-changing encounter, Lord. Дай нам заглянуть в твои глаза. Let us look into your eyes. Один раз. One time. И увидеть твою любовь. And see your love. И дай нам смотреть в твои глаза. And let us look into your eyes. Не сводя с тебя глаз. Not breaking eye contact. Not breaking чтобы the look. Чтобы видеть твою любовь к нам. Just to see your love. Непрерывно. Unbreakingly. Одного просил я у Господа. Just asking this one только thing from одного you, Lord. Прошу у тебя, just Господь. One thing I ask of you, God. Созерцать красоту твою. That you would show us your love, красоту your beauty. Твоей любви. You would show us the beauty of your дай нам, love. Господь. Help us, Lord, поднять глаза на тебя to open our eyes to, и думать you, о тебе. And think of you.
Сейчас в этой молитве прими решение думать о Божьей любви к тебе, размышлять об этой любви, молиться о Божьей любви к тебе, благодарить за Божью любовь к тебе, пребывай в Божьей любви к тебе. Как сказал Иисус, пребудьте в любви моей. Пребудьте в любви моей. Прими решение пребывать в размышлениях о Его любви к тебе. Прибудь в размышлениях о Его любви к тебе. Прибудь в молитвах о Его любви к тебе. Даже не о твоей любви к Нему, но о Его любви к тебе, что Он так возлюбил тебя, так возлюбил тебя, Боже, погрузи нас в свою любовь, чтобы мы ходили опьяненные ею, улыбались везде, ходили опьяненные, смотрели друг на друга, а видели Твою любовь. Коснись нас, Дух Святой. Коснись нас, Дух Святой. Коснись нас, Дух Святой. И очень коротко еще одно. Видение, которое Дух Святой показал мне, это было несколько лет назад. Однажды я стоял в одной церкви, чтобы проповедовать. Было прославление, и я увидел видение. Прямо возле меня стоял Иисус. Right by me was standing Jesus. Мы можем остаться закрытыми глазами пред Господом в молитвенном состоянии. Я увидел, как возле меня стоял Иисус. И Он смотрел на меня и улыбался. Самая прекрасная улыбка. И я смотрел, мне хотелось смеяться, потому что я видел радость Его обо мне, Его любовь ко мне. И мне так было радостно на душе. Я пел какую-то песню, глядя прямо на Него. Я пел Ему. И вдруг с левой стороны от меня я увидел беса, который с каким-то стеклом полз ко мне. И он остановился между мной и Иисусом. И поставил между нами стекло. И потом каким-то маркером начал рисовать. На стекле черточки. Прямо напротив лица Иисуса. И каждая черточка изменяла его лицо. И с каждой черточкой его лицо становилось все недовольнее мной. И все неприятнее. А я знал, что там стоит мой Иисус, который по-прежнему улыбается. И я не верил в эти черточки, потому что Бог показал мне духовный мир. И я знал, что там стоит Иисус, и Он по-прежнему меня любит. И Дух Святой сказал мне, это стекло, это обстоятельство, через которое дьявол пытается сказать людям, что я не люблю их. Но там даже за этими обстоятельствами стою я, который люблю тебя, который любит вас. Я все тот же. Знай, что бы ни было в твоей жизни, какие бы люди ни окружали тебя, какие бы черточки не были на этом стекле, там за ним стоит Иисус. И Он улыбается. И у Него приятное лицо. И ты Ему нравишься. И ты Ему нравишься. Ты Иисусу нравишься. Ты Иисусу нравишься. Во имя Иисуса Христа. Давайте прославим Господа. Дай ему, аплодисменты дадим. Аллилуйя. 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 Давайте скажем слава тебе, Иисус. За твою любовь. В 8 главе от Луки мы читаем, что ходил Иисус по городам, селениям, проповедуя благовествие Евангелия Царства. И были женщины, которые служили своим имением Ему.
И там написано «и многие другие». То есть их было немало. Они суппортировали ту миссию или то посланничество, или то видение, которое Иисус распространял на этой земле. Они стали частью этого. И они все сделали со своей стороны для того, чтобы Иисус, в свою очередь, выполнял его функцию или его роль. Тот же самый Иисус, который начал это на этой земле, он сказал в 24 главе послания от Матфея, 14 стихе, что «и будет проповедано Евангелие Царства во свидетельство всем народам до края земли». И это то, что поручено нам теперь завершить или закончить то, что Иисус начал. И дьявол четко понимает, что единственное, как можно наносить урон и всячески останавливать проповедь Евангелия Царства, это лимитировать суппорт. Это все сделать для того, чтобы это послание, это видение, оно было ограничено ресурсами. Поэтому, друзья мои, я хочу обратиться ко всем вам. Если это служение благословляет вас, все проповеди, все послания, все, что Бог поручил нам делать, чтобы мы распространили Евангелие Царства по всему лицу земли, я сегодня обращаюсь к вам, чтобы вы стали частью этой миссии, частью этого видения и могли каждый месяц суппортировать это служение. Любой суммой оно помогает нам не останавливаться и распространять ту миссию, которую Иисус начал на этой земле. Станьте месячным партнером, и мы вместе с вами будем совершать Божью работу на этой земле. Я благословляю вас.